Баскетболисты получают возможность начать эту игру в старте. Сразу же заброс вниз, и Милутина. Очень результативная игра, да и в целом об этом говорит процент попаданий. Давид Томас укрепляет этот процент. Похожая комбинация была. Руженцев бросать не сдал. Хорошо на кроссовере отработал. И вот он. Два очка набирает Сэм. Не нашлось снова. И оставляет одного Вейра. Из-за дуги прилетает точно в цель. Прорывается. Какая скидка пошла на Остапковича. Остапкович замешкался немного с мячом, но все-таки нашел варианты, как объект. Кема и Милутинов меняет Девонте Кейкока. Каспер Вейр с контактом. Вейр на Мура. Даллас Мур из-за дуги туда. Половины минуты, а мы знаем камбэки, которые случались. Мур, еще одна трешка. Даллас!